Давайте, Brawl Stars. Так, пацантре, сейчас я вам покажу. Я вам сейчас покажу Brawl Stars. Сейчас, я там подготовился. Сейчас, секундочку. Итак, Brawl Stars. Итак, мои дорогие подписчики, смотрите. Я выполнял Бравл Пасик специально для того, чтобы на стриме открыть. У меня тут есть еще что-то. И можно довыполнять 400 очков получить. Но я уже 7 больших ящиков могу для вас открыть. Давайте я сейчас быстренько выполню, чтобы 400 очков фармануть. Сейчас. Надо просто нанести урон бойцом Джеки. Я сейчас на ШД наношу этот урон. Все, пацантре, пару каток в ШД. И открываю, получается, 8 больших ящиков на стреме. Я все, блядь, для вас подготовил. Но, если честно, чуть-чуть интерес подупал к Бравл Старсу. Мне Мелшер говорил, типа, чем больше ты донатишь, тем меньше у тебя будет интереса в Бравле. Вот, видимо, он был прав. Блядь, а куда я зашел? Это не ШД. Это не ШД, блядь. Я дурачок. Блядь, я дурак. Ну ладно. Ладно, окей. Сейчас одну катку здесь, потом я ШД пойду. Смотри, смотри, смотри. Ай, блядь! Ну ладно, я просто профессионал. Так. Нормально. Да нормально, нормально, нормально. Сейчас я затащу, пацаны, надо просто разыграться. Я вот давно в Бравл не играл. По-моему, нас просто насилуют. Блядь, по-моему, нас насилуют жестко. Я что-то сделал. Я даже надамажил кого-то. Я что-то сделал, но ничего не сделал. Я даже урон никакой не нанес. Нас что-то просто изнасиловали в этой катке. Все, давай, пока, Бубрик. А, не, урон-то добавился. Ну все, нормально, ладно. Все, все, нормально, нормально, нормально. Нас трахнули, но это нормально, нормально, нормально. Так. Я на какую-то сайт, ебаная. Блядь! Сука, меня отвлекли! Лаги, сука, лагает! Лагает, блядь! Спасибо, 50 биткоинов, спасибо! Меня залагало. Серьезно. Вот то, что вы видите, то и я вижу. Че, блядь? Все, я имба. Пацаны, скриньте. Скриньте, блядь! Семерочка! Скриньте дальше. Пиздец. Блядь! Эль Прима, ёбаная! Все нормально, нормально, нормально. Я не нуб. Я про. Я про. Я про, я про, я про. Я про. Я про. Ничего себе, бросочек неплохой. Только хп вообще не сняли. Так, я про, я про, я про, я про. Я про! Сосать. Дай! И эмоцию, эмоцию. Фу. Капец! Жестко нагнул. Ты лучший. Так, все, пацантре, сейчас. 100 очков фармлю. Фармлю 100 очков. Я даже не знаю, что это за катка. А что тут делать надо? Вау, а что тут делать надо? А это игрок настоящий там? Ай, блядь! Ничего себе, а я хочу быть вон тем игроком-мутантом. Я хочу быть мутантом вон тем. Ух, блядь, еще и медведя. Еще медведя кидает. Опа! Видали? Это скилл. Хоба, блядь! Нормально. Нормально. Нормально, ладно. Я тащу, я жесткий. Я не знал то, что так сложно победить здесь. О, нормально. Давай, давай, давай. Давай, блядь. Давай, блядь! Еби его! Еби, блядь!
Пиздец! 4%, блядь! Пиздец! Ладно, не важно, по-моему. А, нет, важно. Осталось 50 очков, и я 9 сундуков должен открыть. Сука, какой тяжелый! Подожди. Может, какого-то еще перса? Может, есть... Может быть... Интересно, а будет работать, если я пойду за этого... Блять, я забыл. Заморозного чела. И буду замораживать постоянно. Сейчас попробую. Надеюсь, будет на него действовать заморозка. Блять, это же имба. Он нас сейчас просто будет закидывать постоянно. Пиздец. Мы к нему, может быть, даже не подойдем. Это пиздец. На него, да, действует, но очень медленно. Надо много раз, чтобы я попадал, чтобы он заморозился. Он успевает разморозиться за это время. Не, ну вроде что-то дамажим даже. Да блядь! Блядь. Фух, нормально, тащу. Может быть, мы даже в первый раз выиграем. Но это тяжелые катки. Мне кажется, тут надо типа всей пати собираться и тащить вместе. Камбу какой-нибудь из персов делать. Почти заморозил его! Блять! Тихо! Замораживай! Ебать! Это я его убил, блядь! Это я убил! Вы видали? Жесть, я круто. Это я, блядь. Так, ну все. И у нас получается, я могу открыть 9 больших ящиков. Поехали. Хуй там. Нормально. Хуй там. Ни о чем, жалко. Едем дальше. Еще. Так. Ну, на Карла иногда. На Лу спасибо. За Булу не играю. Бан. Бан. Ну, на Грома может быть, но вы видите то, что я его не вкачиваю. Он мне не очень понравился. Хуй там. Ну, на розу хорошо, да, прокачаю розу. Бан. Блять, походу ничего не выпадет. О, подожди! Гаджет. Эдгар получает щит, защищающий его от 2000 единиц последующего урона. Щит слабеет в течение времени. Вау. Ебать! Охуеть, блять! Одновременно и... И улучшение еще и мистер Пи. Капец. Это мистер Пи. Так. Надо будет за него поиграть. Нихуя, не зря, пацантре, не зря. Я его за него не играл ни разу. Мистер Пи. Так, еще, пожалуйста, дай мне еще что-то. Шитоны, ну ладно, неплохо. О, глянь, что-то еще будет. Ну это да. Не, все, больше ничего, видимо, не будет. А ну, пацантре, а ну-ка, пробная за мистера Пи. Где этот мистер Пи? Мистер Пи. Вот. Пробная в ШД. Ой, блядь. А ну. А что он делает? Так, ну. А это жесткий персонаж, крутой? Поехали, посмотрим. Дальняя атака. Бросает чемодан, который потом взрывается. Походу он не для ШД. Мне кажется, он для захвата кристаллов, допустим, нормально пойдет, но не для ШД.
Да, 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 они. Блять, пиздец. Нет, за него, наверное, надо подучиться поиграть. Я еще раз попробую. Но он, скорее всего, реально для какой-то командной игры. В соляр он за него, ну, как-то не очень у меня получится. Ну вот так вот вроде нормально рикошетит, да? Пиздец, ёбаная Эльприма у меня все спиздило. Ты такая тварь, Эльприма, иди нахуй. Пошел нахуй. Убейте друг друга, пожалуйста. Блять, я даже не посмотрел, какая у него ульта. Что с ультой? Что ульта дает? Я не понял, что дает ульта. Не, ульта крутая, ничего себе. Блин, ульта классная. Мое почтение. И мои бомбочки теперь постоянно будут сдалека вот так вот ходить? Вот это. Ссылка удалена. Так, ладно. Сейчас. Пацан-тренд. Сейчас. Иду в захват кристаллов, посмотрю, как он там себя покажет. Мне кажется, на захвате кристаллов он реально будет топ. Просто в кустах сидеть и кидать эти сундуки постоянно. Но один на один он вообще никакущий, мне кажется. Либо за него надо как бог играть, я не очень шарю. Так, давайте, знаете что? Вот сюда вот. Все, и они постоянно вообще бесконечно будут выходить. Ну, вроде круто даже. Так, позвенело. Но по 720 урона это вообще пиздец. А сколько наносит эта бомбочка? А, это не бомбочка. Он идет и стреляет. Это маленький пингвинчик, мой ребенок. Он идет и стреляет по кому-то. Прикольно. Что-то я, правда, не вижу импакта никакого. Нужно на тренировочную пойти. Ну как-то победили, но я не уверен, что я вообще как что-то внес. Я вряд ли что-то для команды сделаю. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Не стерпи. Испытать, а ну-ка. Сейчас, сейчас, сейчас. Во-первых, я сейчас пойду попробую в толпу пометать. Посмотреть, что будет. Но сам удар как-то хуёво происходит. Мне не нравится. Ага. Ну все, такое себе. Так, а если вот эту штуку, допустим, вот сюда. Так. По 260? Чё-то хуета по центре. Не знаю, мне не нравится. Хуйня. Мне кажется, перс хуйня. Мифический, блядь. Ни о чем. Ну, прикольно то, что плюс коллекция, но ни о чем вообще. Мне не понравился этот перс. Его надо качать много. Я не хочу его качать. Так. Ну, нормально. Нормально, нормально. А, не, ну если, конечно, блядь, там выбить гаджет, если его прокачать, тогда он будет нормальный. Я понял. Я... Ну, ладно. Когда-нибудь тогда, да. Пи сквозь стены стреляет. А, да? А, да? Не, ну в таком случае...
Ладно, в таком случае, может быть, я бы даже сказал то, что может быть этот персонаж чуть-чуть. Да похуй, блядь! Какая нахуй разница, ёбаный насрал! Ёб твою мать, блядь! Ёбаный! Ебать! Ебать! Ахуи! Да похуй, блядь! Какая нахуй разница, ёбаный насрал! Всё заебать!